Так, сейчас уже вечер. Мы с вами на Зарецком кладбище. И я уже знаю, куда мы с вами направляемся. Это будет детская могила и могила мужчины. Вот здесь, как видите, и памятник есть, и ограда даже. Так что какие-то годы ухаживали. Сейчас уже нет. Да, никто не убирается. Вот мы здесь второй раз. Второй сезон убираемся здесь. Вот так вот бывает у меня, собственно говоря. Никуда сегодня не собирался, потому что погода, дождик шел. Ну, что-то меня прям надо идти. Я уже понимал, куда надо идти. Когда шел дождь, шел. Да. Пришел, значит, это приехал автобус с экскурсией. Экскурсию проводят тут. Ну, это вот Крестовоздвиженский собор, храм тут. Место очень интересное, конечно. Я так посмотрел, они что-то по кладбищу не водили людей. Чисто вокруг храма. Ну, вот такое. Здесь встречается очень много вот прям сломанных крестов. Кстати, в этом году обнаружил вон там. Это вот там у нас дорога. А вон там уже какие-то дома жилые. Ну там так ограждено. И там такая кладка старинная. Наверное, еще осталась с тех времен. Вот. Здесь вот такие кресты у нас царские встречаются. Очень мощные такие. В Москве таких нету. Вот в Питере есть, да, вот такие кресты. В Москве вот нету. Вот, да. Проглотил я в итоге какого-то комара. Залетел прямо мне в рот. Кстати, вот сейчас что-то наблюдаю. И солнышко выходит. Хотя время уже где-то часов, ну, около 8. Я сюда пришел где-то в 7 часов вечера. Сейчас уже где-то час убираемся. Около 8, и солнышко вышло. Как пришли и начали уборку. Вот, солнышко выходит. У нас уже с вами чувство ответственности присутствует за захоронение здесь, в Петрозаводске. Так что по возможности уберем.
Ну вот здесь вот парень молодой похоронен. Года, значит, 1904-1933. Я вот не могу прочитать фамилия. Просто еще, ну, даже не помню я с того года, надо видео пересматривать. Потому что мы как бы прочитывали, вот, под комментариями, да, писали люди. Или я сам разобрался, но сейчас что-то не могу. Пожалуйста, напишите, кто прочитал. Вот. Такая уже фотокарточка. Уже теряет свой вид, конечно. Ну что, мои хорошие, сегодня вот такое видео. Убрали два захоронения. Вспомнили. Я уже сейчас... Мне надо бежать домой, потому что уже прям сильный очень дождь пошел. Потихонечку с вами прощаюсь. Желаю всем счастья, здоровья. Любите свою семью, берегите своих близких. И до новых встреч. До новых встреч. Пока. Срывал прочь, душу держал в неволе, пусть на щеке кровь ты свалишь на помаду. К черту барьер слов, ангелу слов не надо. А мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, темные твари, сорваны планки нам. Если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы бы взлетели. Мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, там на пожаре утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия, люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы бы взлетели. Мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, там на пожаре